Здравствуйте! Добро пожаловать в Калининград на Ростех-арену. Здесь сегодня центральный матч 11-го тура Мелбет первой лиги. Балтика, претендент на повышение в классе, принимает тульский Арсенал, лидера первенства России. Арсенал — это команда, которая не знает поражений. Поехали! С центра поля мяч разыграли гости. Желтые футболки, красные шорты и желтые гетры — это форма Арсенала. Балтика преимущественно в форме белого. Разыграли мяч неплохо. Тулики, передача в штрафную. Здесь Малик отбрасывает Ткачеву. Ткачев. Удар в дальний угол. Рядом со штангой мяч проходит. Первый реальный голевой момент в этом матче создают гости. И опаснейший удар Липовой головой. Еще раз Липовой. Прострел. Малик едва не переправил мяч за линию ворот. Вот это давление Арсенала. Пока все это в процессе. Атака Арсенала. И постоянно нагнетают, главным образом через левый фланг гости. На этот раз Артем Попов прорывался и простреливал в штрафную. Он может из самой неудобной, неожиданной, неочевидной позиции пробить. Подача в штрафную, удар над перекладиной, мяч летит. Это было неплохо. И пробил по воротам Кирилл Никишин. Точный пас и рывок вперед от Липового. Липовой, мяч под левый, удар по воротам. В красивом броске Максим Бориско отражает мяч, пущенный Данилом Липовым. Вот видите, как Балтика заиграла активнее, агрессивней. Но опасный удар со средней дистанции нанес футболист Арсенала. Апаев выигрывает мяч, пущенный из глубины. Прякин бьет в ближний угол и не попадает, совсем чуть-чуть. Удар от ворот. Вот Левашов в экспрессии. Так мало Арсенал позволял Балтике в первом тайме, что даже вот такой эпизод, который не завершился взятием ворот, мяч даже в створ не летел, но удар все равно был опасным. Я думаю, что калининградский клуб сделал правильный выбор. Подача. Удар по воротам. Пусть не самый сильный, но головой, когда траекторию просчитать практически невозможно, и с рикошетом от газона. Подача. Мухаммад выпрыгивал. И вот удар Пряхина. Мяч летит над перекладиной, по-моему, никого не задев. Вот уже оттуда передача в штрафную. Удар. Удар блокирован. Вот и Турищев себя проявил. Борьба за мяч. Хитрый Амир Мухаммад отскочил чуть назад. Принял мяч. Удар по воротам. Великолепная передача Мухаммада. И классное завершение. Вот то, что удалось сейчас Балтике. Эльдарушев. Титков. И удар по воротам. Еще попытка пробить без обработки. Сначала Эльдарушев нанес удар, который был блокирован. Потом Пряхин пытался то же самое сделать. Юрий Ковалев, по сути, начал эту атаку Балтики, которая пока не завершилась ударом. Передача с фланга. Удар. Вот он, удар. И держится за лицо Амир Мухаммад. Он успел пробить, а дальше столкнулся с защитником. Атака в стилистике Балтики образца второго тайма сегодняшнего матча. Давление, передача с флангов. Балтика, конечно, в концовке матча чаще гостила на чужой половине поля. Чаще мяч доставляла в чужую штрафную. Арсенал уже от обороны завершал этот матч. Матч, который приносит нулевую ничью. Центральная встреча 11-го тура Мелбет первой лиги, первенства России по футболу. Матч в Калининграде на Ростех-арене между Балтикой и Арсеналом не принес забитых мячей.